В жизни нам нужна как разумность, так и чувствительность. Весьма чувствительные люди часто перегружаются эмоциями, опускают голову, начинают плакать и кричать, вопить. Все эти вещи, они очень чувствительны. Они очень чувствительны и часто становятся несчастны, если не отреагировать. Они подавляют все свои эмоции. С другой стороны, люди, которые считают себя очень разумными, они всегда правы, и их не волнует, что другие думают или чувствуют. Они становятся нечувствительными, грубыми и жесткими. Знаете, почему люди часто злятся или раздражаются? Потому что они думают, что они правы. Это чувство «я прав». А когда я прав, у меня есть все регалии злиться. В обществе, полном различий, в прекрасном мире, наполненном многообразием, ни одному из этих двух типов не найдется места. Они лишь привнесут больше несчастья. Так что же наиболее желательно? Найти идеальный баланс между чувствительностью и разумностью. Что может помочь удерживать этот совершенный баланс в уме? Медитация.